есть двоякое полярное ощущение, что это будет что-то такое фундаментальное, и в то же время есть определенный скепсис, что авторы, ну, и продюсеры несколько погнались. Я не хочу оценку давать это ощущение за формой, чем содержанием. Но это не объективно с моей стороны. Потому что целиком фильма не видно, не увидели, чтобы делать какие-то такие выводы. Но вот это приближение к современной блокбастеризации, да, вот фильм похож на западный кинематограф, он несколько вот не греет. Хотелось бы, Сталинград для нас это сакральная тема, мощная, отечественная, и хотелось бы отсюда извлечь все-таки всю ту трагедию, масштабность нашей отечественной истории. Вот если провести какую-то параллель между последним фильмом «Легенда 17», где тоже в море каких-то минусов было, но однако авторы смогли каким-то образом до зрителя донести контент такой, что от мала до велика этот контент захватил всех. Вот хотелось бы, вот я искренне желаю, чтобы «Сталинград» — это наша серьезная отечественная тема, получил бы вот такой же импульс для зрителей, чтобы это не было развлечением. Вот это ужасно, если это будет развлечением, но с такой темой, да, военной.